Здравствуйте. 18 мая, 12 лунный день священного месяца Сагадава, Саздибут с элементом огня. Особенный день для благородных людей. Благоприятный практик созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, соглашений, принятие важных решений, почитание хозяев местности, воды, проводить лечение как кровопускание, иглоукалывание, проявление щедрости, быть меценатом, советоваться с мудрецами, ламами, работать железом, создавать форму дизайн, посадка семян деревьев. Ребенок, родившись в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, глубиной души будет обладать храбростью. День неблагоприятен для выезда, приобретения животных, принятия невесты. Благоприятен для людей, родившихся год дракона, обезьяны. Неблагоприятен годам, зайца, лошади, курицы. Наверное, березка, дунь курдование, гомбок, вырсикусен, илгенсен, сучен дуане, загленным ином, мани дуане, торжек, бозурайеров, джудуане, сунды. Соблюдайте масак.